Сегодня 28 июля 2015 года, уже вечер, полседьмого. Вот несем последнюю телегу осоки для нашего шалаша. Вот шалаш, Игнатий Иванович. Строим место. Доигрался, сейчас бы затоптали бы тебя. Вон там коса стоит, так же ее поставь, вон там, видишь, за железкой. Я пошла вещи. Ну вот. Нет. Практически мы закончили. Нет. Это вот эти вот где сходить, здесь двери будут, вот подойди сюда. Это у нас с запасом. Это у нас будут жертвы. Да, будем делать, здесь у нас будет стенка. Стенка и в ней двери. С правой стороны вот здесь он Ваня там обрезает. Видишь, как обрезали сейчас? Уже чистится, идет. Вот. Ты можешь пройти сюда. Видишь, вверху как сделано? Целлофан. Разные дряны там у матушки выпросил, валяется в огороде. Он на выброс у ней был. Ну, с дырочками, потом койдя подменить может. Но его солнце быстро съедает. И поэтому набрал разных тряпок, сверху тряпки, которые не съедаются. И там положил бревешки, которые между собой надо связать. Проволокой там или чем-то алюминиевой, чтобы их не раздуло. Ну, обычно как, на две стороны. Раздвинуть маленько. Это сделаешь ты. У нас тут лестница. Вон она и лежит сзади. Вот мы пробовали ножницами, я трое ножниц овещих привязали. Но это не так быстро, как с ножами. Я с ножами, смотри, полностью освободили уже, все. Подрезаем мы, вот которая стоит вот под балку, под эту вот, а не под поперечину, а под эту. Ну, Никита сегодня умудрился сломать спичку. Там сломался, дальше нет. Когда копали там, вон, где мы молились, я говорю, ты осторожно, вот так не делай, лопату сразу сломаешь. Слышу, трынь сломалась тут же. Все, дальше ничего нету, стоит, лупается. Ну что, пришлось все бросить делать. Сам не сделает, он даже не пытается. Он знает, это ему недосягаемое. Вчера выдернул, сломал, мигом отломил, я даже не видел. Сегодня гляжу, что-то трясется. Смотри, я говорю, ты грузи наперед, чтобы не давить. И говорю, пока вез тележку, уже ручку отломил. А там уже, видишь, я сделал как. Связал, усилил. То есть все, к чему он прикасается, все сгорает и погибает. Это не благословение. Почему? Он стал бегать, вот гружи столько-то, вот нагрузил столько. Только отошел, он грузит почти в два раза меньше. Я говорю, зачем? Вот. Так, он не может сказать. Ты бегать легко, чтобы не делать. Почему у тебя ложка во рту не ломается? Чашка не ломается. Представь, за короткое время ты переломал столько инструментов, что я даже не знаю, к чему ты прикасался и не сломал. Сломал и работать нет, я не работаю. Ты дуришь просто, дуркуешь. И ты знаешь, что чем это кончится, я тебе уже... пунктиром дорожку прочертила обратно. Бежу, побежал сегодня. Ходил, совилял задом. А сейчас бежу, побежал туда-сюда, туда бегом, а оттуда, чтобы быстрее, он положит маленько под задницу навильник один. И с навильником с этим едет. Ваня сегодня раз. Лестницу перевернем, туда дальше переворачиваем. Вот эти сено ко мне, да под мышками, под обоями. Сено туда-сюда. Лестницу так перевернем, так она. Мы быстрее. Почему? Потому что я не на каждую заворачивал, а через одну. Ну и кое-где будет просвечивать, но там нет, но это редко где. Это у нас как раз на этом все хватит. Видишь, а потом заново заложили, балками он притянули, ну, ветер не возьмет. Если вот это вот сделать, это мы можем завтра уже сделать, если у нас будет из чего делать. Все готово дело, переходи, спи. А спать что? Вот стена. Стены готовы, чтобы не на земле. Постели палатку, матрас. Неохота, чтобы ребятишки хоть раз поспали здесь. Это вообще амбар огромный. Такой большой шалаш, это вообще находка для лагеря. Загородили его. Посмотри, как он режет. Вот он. Подрезает. Посмотри. Вот режем под эту вот балку. Вот, под эту. Не под эту, а под эту вот. Вот оно все отстригли мы. Пожалуйста. Так,
видно, что тут уже... Вот сегодня здесь почти не будет протекать. А когда сделаем, тут будет только сквозняк, там окошко где, и здесь дверь открытая. Полный рост. Ну что, высота 1,80 м, почти 1,90 м шалаша. Угу. Что еще надо? Надо смотреть, чтобы нигде гвоздя не было, потом пройти. Миша Кальмая тут сильно помог. Мощное. Смотри, сооружение какое. Ага, вот. Давление, конечно, огромное. Тут много еще есть. Вот так. Уходим. Пойдем сейчас назад, пообедаем и поужинаем. И сразу уходим. Нам нужно заготовить. Давай, Леша, отдай на кухню. Как будто ничего и не было, и не делали. Сидели в этом спальне, ничего не делали. Точно так же прошло время. Понедельник, сегодня вторник. Наверное, 27-е. 28-е. 28 июля. А что тут осталось? Что задумали? 7 метров длины шалаша, 4 ширины. Ну, 1,90 м высота. Ну, там поменьше, 1,70 м. Он маленько вот так как бы накрыт. Загородили, чтобы это скотина. Скотина начинает разворачивать и прочее. Так что скотина сунется, не достанет здесь. А там, где она достанет, мы там еще побольше разных вот этих веток сделаем, придавим, прижмем. Смотри, сколько дополнительно. Главную работу сделал ты, Володя. Косил. Этот не умеет, совершенно не может. Ему сколько ни показывали, он не способен к этому. Вот. А я начинаю махать, несколько взмахов сделал, у меня сердце внутри выламывается прямо. Ну, видно, откосился. Так, это у нас отец всегда одной рукой, он однорукий был, их рубил всегда. Я их дрова-то все перешалкаю. И щуркой рубил, через вот так вот, топор и через голову одной щуркой, одной рукой. Все время одной рукой колол, это вообще, вот представь, ты колешь двумя, а с одной поколи. И он колол. Здоровые наши ребята и дядьки, они не могут сколоть, и суковатые щурки загонят, а сверху поленьями закидают. Он уедут, о, холера возьми, не могли расколоть, а то топоры засадят, не вытащит ни колуна, колуна не было, а топоров. Хотя все их вытащим, сам клин сделал, все. Когда молодой был, занимался людям колоть, вспоминает, ну какого-то там делают, колол, а старик... Куда там? И он спрашивает, там что? Крикнул, говорит, помогаю. Так вот, так и я уже в этом состоянии помогаю. Ну, как знаешь, сидел на крыше. Думаю, что приду, хоть разок ночую здесь. Как это сделаем, дверь? Запирать стенку. Вот. Как лагерь, например, как он выглядит. Прекрасно. Просто прекрасно. Простор. Вон видно, на 20 километров видно элеватор, приблизительно между столбами, так, гляди где. Ничего нет, а вон вышка видать, это где-то километров 15 или вышка. Нигде ничего, ни завода, ничего нету, ни ядерных испытаний, как раньше было. Экологически до предела возможно. Ближайший завод где-то километров 200, с той стороны 150 Барнаул. А ветер тут все время почти. Залезешь наверх, лесенку поставишь, их свяжешь между собой, эти бревешки там раздвинешь. Угу. Остальное все сделано. Пойдем, сейчас. Сегодня у нас 29 июля 2015 года. Это детский православный лагерь Стан. Вот мы. Сейчас покажем, чем тут мы занимаемся. Время уже у нас 6 часов вечера. Вот мы привезли березки, шкурим их сейчас. Куда-то уйдут на забор, где-то на лестнице, где-то вот тут мы строим
шалаш большой очень. 7 метров. Вот здесь уже большую часть сделали, остались только торцы. Вот. Это будет окно. Это он сделал каркас. Мы его подняли. С той стороны дверь сами сделали. Теперь лаки положить, чтобы не на земле лежать. Здесь это не на два человека. А мы раньше то одни шалаши были, ничего не было. Все здесь не раздвигали, даже сагинки. Это жили люди. Тут на первых порах можно даже холод какой-то продержать. Так заделали. Там мы заделали уже, вот я стою по колено. Сейчас это уже вот тут вот она рядом. Еще маленькая. Да, вот. А потом отсюда на перекрест или так взять, жерсть протянуть вот так вот, работать и лежать. Где там траву, чтобы не щипали? Или они его повытаскают? Траву обстричь и не прикасаться. По чуть-чуть замешиваем с одной травинкой. Вот потом, когда там останется. Немного. Просто без труда. Нам нести, нам послушать. Мелкая почему? Потому что стригли, видать, она. Дырка последняя зала захватывает. И клеил сегодня. Руку порезал он. Его даже не видно где. Стекло, как бритва. Ну-ка, еще давай. Ну ладно, еще один дайте в узелок. Вот, теперь на ту сторону пошли. Это мы потом закончим. Тут не трогайте ничего, остаться. Давай-ка маленько сунем сюда. Маленько дай. Это еще маленько. Давай скорее. Ну а потом мы придем. О, пошли на ту сторону. Дядя Володя. Понятно, все с вами. В ту сторону.
видишь, как сделал? Да. До основания видать. Вот оно какая. Вот я метр 72. Так. Тихо. Давайте посмотрим. Посмотрите еще подушку. Быстро. Вот посмотри, как начинает. Это образ. Это не запомнил, как делается. Да, мы дома такой же сделаем из своих камышей. Да. У нас такая же особо там. Приподними кто-нибудь. Место подними. Вот это вот. Давай. Еще. Интересно. Надо так делать. Просто. Давай. Надо друг от друга. Хорошая трава, осоха с камышом. Быстро, быстро, быстро. Да. Нам некогда. У нас тучи целый день пугали. Теперь тучи растили. Папаша говорит, что Степа разорвал рекорд дядь Володи. Понял. Да ладно, все. Кожурку длинную разорвал Степа. Степа разорвал? Угу. А где он, Степа? Вон он. Ну как призовел сюда. Степа, сюда! Опа. У него это лес. Пасы сделать. Степа, что? Ты зачем там порвал эту кору? Я говорю, зачем? Я сказал, к нам приходишь, руки в кармане держи. А зачем ты порвал ее? Просто хотел потрогать. Зачем трогать, когда руки в карманах, я сказал? Все, уезжай домой. А то сейчас крапивой драть буду. Тебя приняли как друга, а ты начинаешь. Это у нас чемпионский был подвиг человека. Вот на минуту только запустил, уже надо что-то порвать, оторвать, что за порода. Он этого сделать не может. Мы впервые это видим. Кора все 8 метров. Давай. Ему это не надо ничем. Ну руки шевелятся. А они руки-то делать еще не умеют. Ну, побежал домой, уехал. Да. Он знает, что я его сейчас потащу. Давай. Только пришел, сейчас был здесь, начал траву теребить. Шалаш его больше не пускать. Пока стой. Который раз, да. Сел, предупредил, отвернулся, он уже успел сломать. Мне зачем это? Давай. Но объяснения какие нужны? Дело делаем.
потом вот эти вот жердочки перетянуть. Там и здесь. Как вот на улице, так и здесь. Посмотрите, где перевод. И по этому месту жердочки. Давай. Вот, бери. Ну все. Следующий перейдет за следующий. Все, бери. Смотри, как на глазах все преображается. Такое было и такое есть. Люди, которые ничего не делают в городе, у телевизора-то, ему это ничего не надо. У него треугольник. Холодильник, телевизор, холодильник, все. Он не знает. Вот мы целыми днями заняты. Нам есть что показать, снимаем. Потому что дети это запомнят на все время. Представьте, как они сейчас перебазировали, как будто в лагере туда. Лагерь-то покажи, рядом. Да, видно. И как они будут здесь спать с воспитателями? Да. Девочки, пока тут не будет. Ну, давай. Вот сюда, дай мне. Выбираем покрышку. Да. Это закладывает от комаров. Вань, я тут. Я тут. Сверху мы сделали. Целлофан. А целлофан питается солнцем. Мы сверху материя, а чтобы не сдуло. Там разные приспособления. Ну, это все выполнимо потом. Давай. Ну это так. Давай. Давай. Хватит, нет? Должно хватить. Давай. Там, например, уже немного осталось. Ну все, выводи, наверное. Все, да? Зайди вовнутрь. Откройте ему дверь, все пройдет. Изнутри на нас посмотрим. Открывай, открывай. Только не отпусти, не плохо. Дверь самозакрывающаяся. Держи. О, какой у нас. Давай, давай, тут. Шалаш тут. Осторожно, двери закрываются. Где так говорят? Депо. Метро. Давай. По-быстрому давайте. Ну ладно, там разберутся. Ну, как это выглядит? Красиво. Отлично. Давай. Вот пусть, кто не знает, никогда не видел, посмотрит. Делать-то он все равно тот человек не будет. Ему негде это делать. Это Израиль пущих жил. Заранее готовились. И мы знаем, это прямое повеление Божие было, чтобы помнили об исходе. У Израиля каждый шаг подтверждается Писанием. А мы-то прилепились к ним сбоку припеха. Бог им открылся, а не нам. Давай. Я вам потом держу. Ну все.
Я выхожу? Да. Открывайте ему дверь. Открывай место. Преддверник наш. Ой.